Здравствуйте, мои дорогие друзья! И снова я вас приветствую на своем канале «Моя многодетная семья». Сегодня хочу рассказать вам сенсацию, новость, которую услышала сегодня по телевидению на канале «Россия-1». Программа была «Вести». Была она посвящена 9 мая, бессмертному полку, который каждый год мы посещаем всей семьей. Бессмертный полк, вы как знаете, прекрасно, он есть не только в Петербурге, но и в Москве и других остальных городах. В больших, маленьких поселках, деревнях, везде, да, бессмертный полк. Но на данный момент, так как мы не можем никто выйти из дома, некоторые города, регионы придумали флешмобы. Ну вот, и «Россия-1», «Вести СПб» придумали тоже, что не выходя из дома, мы сможем вспомнить своих замечательных дедов, прадедов, да, отцов, которые воевали, защищали наши земли и победили. Именно 9 мая будет в программе прямой эфир, который ведет Андрей Малахов, посвященный 9 мая, специально это будет программа, будут показывать фотографии, чтобы ваши деды, прадеды, отцы попали в эфир, которых вы можете наблюдать дома, сидя, и будет наблюдать вся страна. Вы можете отправить полк, собака, РТР, .spb.ru. Но фотографии вы должны будете отправить свои, со своей фамилией, имя, отчество, да, кто воевал, можно подписать крупными, можно, может быть, на формате А4 вы напишите, да, буквами, до 5 мая, до 21 часа. Повторяюсь, до 21 часа, после 21 часа фотографии не принимаются. Это, скажем, да, такого рода флешмоб. Моб будет «Бессмертный полк» на программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Так что я думаю, что вам, может быть, кому-нибудь моя информация пригодится, и вы увидите своих дедов, прадедов и отцов на передаче. Всем спасибо! Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Будем с вами общаться и дружить. До новых встреч!